Так, добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас на сегодняшнем. Сегодня получилось, что это дневной вебинар. Звук. Как звук? Давайте проверим. Дайте знать, пожалуйста. Как у нас звук? Хорошо меня слышно. Плюсики есть. Спасибо. Спасибо, друзья. Значит, обратная связь есть. Сегодня запись идет, вроде идет, да, спасибо. Какая наша сегодняшняя как бы программа работы или регламент, которым хотелось бы сегодня с вами поработать? Было и в чате, и в письмах кому-то из вас было обещано, что мы поговорим сегодня об акциях и адресном проекте. Есть достаточно квалифицированно подготовленные люди, которые задают массу вопросов. Вопросы никогда не бывают глупых вопросов, абсолютно, друзья. Вопросы всегда, они есть. Если вопрос есть, на него должен быть ответ. И ответы тоже есть. И поэтому я сегодня опираюсь на эти вопросы, которые уже поступали. Раз мы такое мероприятие делали, сегодня это совершенно другие вопросы. Они уже более содержательные по существу. А как, а кому, а сколько, а кто от этого что получит и так далее. И затем, как я и обещал, мы с вами на закуску пройдемся по юнибусам, извиняюсь, по юнибайкам. То есть возьмем очень простой вариант, который был у нас, допустим, или рассмотрим, как вообще рассчитывать прикидочно, прежде чем что-то начинать, на коленке, условно говоря, посчитать, из чего исходить, когда мы прикидочный как бы расчет делаем. А сколько это будет стоить? Это не значит, что надо сразу этот флаг вывешивать, бежать куда-то и кричать: «О, это стоит так мало!» Это для нас, чтобы мы более-менее знали стоимость вопроса. Отсюда начинается уже как бы отсчет всех этих других цифр, других процедур и так далее. И поэтому мы остановимся еще и на этом сегодня. И дальше уже посмотрим, как там у нас по времени сложится. Но для начала, дорогие друзья, мы работаем с вами на площадке Skyway Capital, основной задачей которого является, естественно, привлечение инвестиций для экотехнопарка. И поэтому я сейчас буквально на 2 минуты запущу вам... Представляю вашему вниманию пакеты акций, которые вы можете приобрести в фонде Skyway Capital. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно и посчитаем, какую прибыль они вам принесут. Пакет «Бизнес» принесет его обладателю 540 тысяч акций, что равняется 540 тысячам долларов. Или в перерасчете на российские рубли это является более 40 миллионов. Условия получения бизнес-пакета. Вам необходимо инвестировать 1800 долларов. Скажете, много? Столько нет? Не беда. Фонд позаботился о вас. Вы можете приобрести данный пакет в рассрочку, инвестировав ежемесячно на протяжении 9 месяцев по 200 долларов. Эта сумма сравнима с путешествием на море на 10 дней. И у вас сейчас есть выбор: съездить на море на 10 дней или инвестировать в компанию. И подождав чуть больше года, купить дом на берегу моря. Следующий пакет стабильный. Включает в себя 220 тысяч акций или 220 тысяч долларов, что равняется 16 миллионов 500 тысячам рублей. Чтобы заполучить столь желанный пакет, вам достаточно ежемесячно в течение 10 месяцев инвестировать по 100 долларов. Проведу аналогию. За эту сумму вы можете купить себе новенький iPhone и наслаждаться им, а через полтора года он превратится в клан. Лучше купить новенькую квартиру, не так ли? Пакет «Сеньор» идеально подойдет для студентов. Сумма ежемесячных зачислений составляет 50 долларов в течение 6 месяцев, и вы станете обладателем инвестиционного портфеля, включающего в себя 65 тысяч акций. Это равняется 65 тысяч долларов или 4 миллиона 875 тысяч рублей. Сможете получить образование высшее и еще на новенькое авто хватит. И закрывает рейтинг пакет «Старт», включающий в себя 32 500 акций, что равняется, как вы уже знаете, 32 500 долларов или 2 миллиона 437 тысяч рублей. Вы сможете рассчитаться с долгами и закрыть ипотеку. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону, подобного шанса больше вам не представится. Ну вот, дорогие друзья, значит,
вы прослушали ролик. От этого зависит. Тут сейчас пришел интересный вопрос. Интересует смета на экотехнопарк и какой процент уже денежных средств есть. Спасибо, пожалуйста. Сейчас отвечаю на этот вопрос. Спасибо вам за вопрос. Вопрос существенный, естественно, в рамках даже того, что мы сейчас видели ролик. Собираем деньги, куда они идут, а сколько уже есть, а сколько еще надо. Поэтому смета или бюджет экотехнопарка по бизнес-плану, если кто не знает, я повторю, а дальше мы это увидим еще и на одной из схем, это был 300 миллионов долларов. Сейчас озвучено, вернее, было озвучено, что это 290 с чем-то. Но я могу вам сказать так, что этот бюджет, как бы сейчас уже найдены целый ряд решений, которые КБ, над которыми работает, которые, скажем так, на треть практически, ну на треть или что-то около этого, уменьшили возможные затраты, связанные с строительством вот этого экотехнопарка. Кто-то спросит, пардон, а за счет чего эти уменьшения или так называемая экономия? Я должен здесь вам сказать, что Анатолий Эдуардович и все его КБ, они четко работают, и у них один очень важный и естественный, и один из первых критериев, с минимальными затратами, работать рачительно, то есть экономно. Поэтому вот один пример приведу, то есть трасса, о которой мы говорим с вами, да, сейчас я ее покажу вам здесь на этой самой. Смотрите, значит, это вот эта трасса, которая есть. Вот трасса, это городского испытания городского и скоростного транспорта. Это кто знает, где был вот заложен нулевой километр или анкерная опора в виде здания. Сейчас она выстраивается, заканчивается скоро, да? Строительство. Поставлены все опоры здесь. Дальше идет конечная анкерная опора по городской трассе, и трасса уходит еще дальше. По нынешней версии это 15 километров. Предварительно, под нормам и требованиям, для испытания скоростных трасс, где скорости 500 и выше километров, требовалась трасса не менее 45 километров. Для чего? Это разгон, прогон и торможение. То есть три важных этапа у испытаний или, скажем, у сертификации. Благодаря тому, что найден целый ряд, не буду говорить какие, там их очень много, одно из них самое главное, это новая модель мотора-колеса, мотор-колесо, это позволяет решить все те сертификационные задачи, которые надо решить на участке в 15 километров. Вы спросите, пардон, а где здесь экономия? А экономия очень простая, дорогие друзья. Сколько стоит 1 километр, скажем так, эта трасса, она такая модифицирована трасса, это город и городской транспорт и скоростной. У скоростного транспорта 1 километр, как правило, дешевле, он от 2 до 6 миллионов стоит долларов 1 километр, да? А у городского транспорта это от 3,5 до 10, может быть. Почему? Потому что в городском транспорте на тот же километр приходится...
Меня не слышно? Теперь слышно, пардон. Как давно меня не слышно было? Как давно меня не слышно было? Так, давайте я посмотрю. Сейчас слышно. Спасибо, спасибо. Даже взял, выключил. Я тогда очень давно, наверное, говорил и выключился. Ах, ах, ах. Тогда я вернусь, друзья. Сейчас я вернусь, одну минуточку. Дайте знать, с какого момента... Давайте сначала, давайте. Вот, давайте отсюда начнем, да? Дайте знать. Я выключился где-то здесь. Да, отсюда. Все, спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо за помощь. Угу. Вот видите, значит, повторение мать учения. Я сам лучше буду знать, о чем я говорю. Спасибо. Значит, инвесторы. Я просто покажу быстро тогда здесь, как идут процессы. Инвесторы. Практически мы работаем с вами с Евроазиан Rail Skyway Systems Holding через площадку инвестиционную Skyway Capital. В нашем распоряжении потенциал наш, вот этой группы. Это 60 миллиардов, 130 миллионов и так далее. Это через месяц GTI инвестируется в экотехнопарк, где как бы генеральным проектировщиком является ЗАО «Струнные технологии», и он же является субподрядчиком, а генеральным подрядчиком этого объекта является GTI между нами, инвесторами, и между строителями, условно говоря, и будущими владельцами. И поэтому этот процесс идет через вот такую линию. Но дальше, смотрите, GTI имеет, или вернее, Евразиан Rail Skyway Systems Holding являет 15% вот в этих акциях. Это привилегированные акции. И это значит, что он распоряжается 60 миллиардами долларов для того, чтобы осуществлять строительство этого объекта, экотехнопарка, который является ключевым и важным, и следующих адресных проектов. При этом я обращаю ваше внимание, что тот ролик, который вы вначале видели, там, скажем так, колеблется дисконт от 1 до 300, даже до 450 где-то. И вам будут еще сделаны сейчас предложения, эти пакеты или, скажем, ну, предложения, они в разработке, не в разработке, а в подготовке. Что это значит? Мы платим, или инвестор платит вот здесь, наверху там, 1 доллар, получает акции на 300 долларов. 1 доллар на 300 долларов получает акции. Это потенциальный объем или потенциальный, это потенциал затраченного 1 доллара. Как только группа компаний поймет, что денежные потоки, финансирование экотехнопарка обеспечивает процесс строительства, проектирования, подготовки, то сразу процесс накопления через такой дорогой инструмент будет как бы притормаживаться и может в какой-то момент остановиться. Поэтому говорят, что, дорогие друзья, есть вероятность, что во второй половине этого года откроется для начала сначала внутренняя электронная биржа группы компаний Skyway. И уже инвесторы смогут оттуда покупать совершенно иначе, затратив 3 доллара, купить акцию на 1 доллар, как вариант. А в проектах инвесторы, в адресных проектах будущих, вообще будут покупать еще дороже. И это я вам покажу на одном из примеров, который мы сегодня по Таллину будем обсуждать. Таким образом... А Skyway, или вернее, Юницкий Корп, или Юницкий Корпорейшн, Юнискай, да, она является, она дает залог и гарантию еще, кроме всего прочего, потому что у нее есть на это потенциал. Эта компания, которой управляет Анатолий Эдуардович Юницкий сам, в ней 12% вот этих привилегированных акций. Поэтому здесь очень серьезный такой англомерация, которая обеспечивает этот проект, и это все законно в рамках даже правового пространства большинства стран мира, в том числе европейских стран большинства. И таким образом, что же сейчас происходит? Смотрите, в РСВ уже это мы подготовили, Skyway Capital буквально, наверное, будет на следующей неделе, это все там программисты готовят, да, инвестор в виде мужского начала, треугольник плечами кверху, но здесь мог бы быть и женское начало, неважно, дает инвестицию Евразиан Rail Skyway Systems Holding через Capital инвестицию.
а от поручителя Юницкий Корп получает залог, гарантию на то, что эта инвестиция ему может быть возвращена. Но у него остается право, что он может воспользоваться этим залогом и его сразу использовать. Тем самым, используя залог, то есть стать номинальным владельцем тех заложенных ему акций, но таким образом он отпускает требования, которые у него может возникнуть к Евразиан Рейл Скайвей когда-то в будущем. И как бы мы и расходимся. Нет сделки купли-продажи, это очень важный момент, чтобы вы понимали это дело. А компания GTI эти средства, инвестиции, видите, направляет в экотехнопарк. Но инвестор, что же он получает? Он получает или получает возможность через так называемые заложенные акции сразу стать владельцем акций. Он получает доступ к проекту и бизнес-плану экотехнопарка. Он получает, мы и так его имеем, но тем не менее он видит у себя в личном кабинете разрешение на строительство, у него есть доступ. У него есть доступ к паспорту объекта, уже к официальному, который там есть, а не к каким-то фотографиям где-то. Он может посмотреть землеотвод, пакет договоров, которые есть, заключены сам с подрядчиками, субподрядчиками и так далее. То есть он становится соучастником этого процесса. И кроме того, в Capital вы еще сможете увидеть и вот ответ на тот вопрос, который сегодня вначале был задан, абсолютно квалифицированный ответ, что сколько, Зин, мы уже денег в тумбочку вложили. То есть насколько проинвестировано в экотехнопарк. То есть это не куда-то в какой-то пустой или наполняющийся котел деньги бухаются, куда они там пошли, сколько туда пошло, мы будем это дело наблюдать. И это тоже очень важно. Таким образом, вот этот процесс, друзья, идет дальше. И смотрите, что значит получается. Вот мы сейчас возвращаемся обратно на этом фоне к тому, о каких акциях, о чем мы можем говорить в рамках адресного проекта. Базовая оргструктура реализации адресного проекта. И я здесь воспользуюсь теми вопросами, которые не буду называть кто. Большое ей спасибо. Из Европы одна из наших инвесторов задала мне в электронной, извиняюсь, на скайпе. Базовой структуры организации, процент, вот как я понял этого, вот эти проценты, да, вот здесь, это капитал или что-то другое? Вы знаете, это так называемая доля участия. Капитал, фирму, инициирующий адресный проект, единственный, который вкладывается. Вкладываются компетенции ЗАО «Струнные технологии», которая 50-60% здесь имеет свое владение. И компетенции, и услуги по финансовым потокам, по разным. Условно сейчас названо, что это ООО «Технополис Новой Евразии», учрежденный в России. Это люди здесь, которые обеспечивают финансирование, которые обеспечивают due diligence, то есть описание, скажем так, инвестиционной привлекательности проекта, которые обеспечивают различные другие процессы. Они тоже входят в какую-то систему, и в том числе входят и другие структуры группы компаний. И остается еще две группы. Это инициаторы и организаторы от 2 до 10% и другие привлеченные лица в пределах 8%. Но это не является отче наш, как в церкви, понимаете? Это возможная, скажем, структура участников. Вот в этой, если, допустим, фирма, инициирующая адресный проект, учреждается в России, то ее акционерный капитал, если это акционерное общество или какое-то, ну, скажем, это 40 тысяч рублей. Это значит, что, соответственно, каждый получит или доли ПАИ, или же акции в соответствующем вот таком выражении. И, ну, естественно, какие-то деньги сюда должны быть внесены. Но вот это юридическое лицо, оно становится как бы участником создания фирмы, управляющей адресным проектом, но и в нашей логике эта компания ведет подготовку адресного проекта, ну, например, на уровень его готовности 10, 20, 30%, не более. И тогда мы можем здесь организовывать этот процесс, через вот эти проценты мы можем участвовать в будущих акциях, которые будут чисто акциями этого адресного проекта, потому что ЗАО «Струнные технологии» всегда во всех проектах вот на этом уровне 50-60%, а вот на этом уровне управляющей компании, управляющей
фирмы, управляющие адресным проектом, куда уже будет привлечена фирма или группа инвесторов, будет на уровне от 25% до 40%. Почему это так? Да потому так, чтобы стоимость или себестоимость адресного проекта не взлетала бы вверх. Это раз. Во-вторых, с компетенциями и целый ряд заказов подрядных, и эта компания становится всегда генеральным подрядчиком будущего адресного проекта, потому что иначе проект уйдет в сторону, и потом придется много чего расхлебывать. Не надо мне вам это все объяснять. Таким образом, тогда уже заказчик, юридическое лицо, представитель пользополучателя, это муниципалитет и так далее, они будут заинтересованы в том, чтобы этот адресный проект был рационально или рачительно сделан, и таким образом обеспечивается процесс. Вот такой ответ. А если инвестор сам все хочет оплатить, задает дама мне вопрос. Вот инвестор все хочет, Бога ради, пускай оплачивает, ничего страшного, но тогда надо выяснить. Что он оплатит? Он оплатит эти 50-70%, не более. То есть тут железное правило, этот всегда здесь участвует. Да, я на таллинском примере вам покажу, что значит выкупить. Да, он может выкупить, но после того, когда будет запущена трасса или запущен объект в эксплуатацию. Он может выкупить все свои доли, но сколько тогда это будет стоить, я вам покажу на таллинском примере. Да. Дальше, тогда получается, что же, что все, кто инвестирует, они инициируют адресный проект, должны будут внести собственный капитал. А если его нет? Я здесь вам уже объяснил, что те, кто инициирует организаторы здесь, ну, если нет, нет, просто говорится, что уже достаточно, что все остальные согласны с тем, что, ну, тут капитал, я сказал, что он минимальный, 40 тысяч рублей. Ну вот 10% это 4 тысячи рублей. Я думаю, 4 тысячи рублей вы всегда найдете, сходите там родственникам, займете, если кто инициатор. Суть сейчас не в этом, если вы хотите в проекте участвовать. Это серьезно, друзья. Вот, если стоимость адресного проекта 100%, то инвестор платит только 70%. В данной ситуации вот человек говорит вот об этой схеме. Нет, не 70%. Да, 70% его доля здесь участия. А платит он значительно больше, и я вам покажу за счет чего. А прибыль от адреса потом делится также. 70, да. Вот прибыль в конце концов будет делиться таким образом, как будет участие в фирме, управляющей адресным проектом. Понятно, да? Владимир, документы официальной фирмы, инициирующей адресные проекты в Санкт-Петербурге, уже определены? Определена фирма? Ну, вы знаете, там это надо у Сибирякова спрашивать. Я знаю, что там какую-то фирму создали, так? Процесс идет, поэтому ну, там без инициирующий адресный проект фирмы такой вариант взят. То есть найден инвестор, есть ЗАО «Струнные технологии», есть инициатор. Вот они теперь как-то там будут договариваться, я не в курсе, я не присутствую при этих переговорах. Вот. Да и суть не в этом, везде не ткнешься, и зачем это. И там идет переговор, как вот это организовать там. Вот ответ на ваш вопрос. Вебинар идет или у меня тишина? Это у вас тишина. Так, значит, понятно. Так, давайте тогда пойдем немножко дальше. Время наше неукоснительно бежит вперед. И мы плавно подходим с вами к вопросу об юнибайках. Смотрите, красивые картинки я тут отовсюду наскреб. Вот один вариант юнибайк, хотя в принципе он очень сильно смахивает на юнибус. Ну, естественно. Автором этого является одна проектировщик-дизайнер в Минске. Это заимствовано совсем у других проектировщиков, это, да? А это тоже из Минска. То есть вид спереди, вид сзади у юнибайка. Теперь он здесь раз, два, три, четыре, ну скажем, трехмодульный. Минимальный, это максимальный вариант. Минимальный вариант, о котором сейчас говорят, это 1-3, но договаривает, ну, 6, 7, 8 мест. Вот, все зависит от проекта. Пока, конечно, КБ делает трехместный, насколько я знаю, да? И теперь давайте поговорим о стоимости. А что и как вообще прикидывать стоимость? И вот я сейчас вас подведу к одной схеме. Сейчас мы вернемся к ней. Вот, предположим, мы смотрим на этой схеме. Это технопарк
или, скажем так, это технополис в Таллине. Вот здесь аэропорт таллинский, сам город там далеко внизу. Это железная дорога, которая в Таллин ведет. Это из Таллина, из центра города, здесь 5 километров. Вот это здесь видно Санкт-Петербургское шоссе. Вот. И это экотехнопарк. Здесь большой торгово-развлекательный, сейчас пока торговый центр. А это бывший завод-двигатель. Союзный завод-двигатель, вот эта вся территория там. Это больше почти 50 гектаров земли. Вот, и эти фотографии здесь вот такие вот, смотрите, там, значит, уже построены такие современные здания, стоянка, вернее, остановка автобуса, который там ходит, парковка, но это не самая заполненная парковка, это было летом. Это здание 25 метров высоты, которое предполагается, что оно будет, вот оно здесь расположено, пардон, оно здесь расположено на схеме, вот оно здесь большое такое здание, оно 200 метров в длину, и 200 метров в ширину практически, чуть меньше 200 метров в ширину. Ну вот, и здесь, значит, такая штука, что вот на этой территории, придем сейчас к схеме, предполагалось разные варианты, прикидочные были сделаны. Но если мы сейчас посмотрим, что это все можно было бы решить на уровне юнибайков, то фактически основная трасса вот из этой точки, от этого большого здания, где можно сделать парковки, 11-12 тысяч машин можно там запарковать, да? Вот эта трасса, это первый вариант, видите, единички стоят, она доходила бы до сюда, до железнодорожной станции здесь, то это 1,5 километра. И вот теперь смотрите, как рассчитывать этот проект, если говорить о юнибайке. При юнибайке 1 километр, его стоимость от 900 тысяч до 1 200 тысяч. В интернете, или вернее, скажем, по нашим чатам ходят разные цифры, там от 100, 200, там, от 600 и так далее. Окончательно сейчас посчитано, что чем короче трасса, тем дороже 1 километр даже у юнибайков. И стоимость путевой структуры сюда входит, вот в эту стоимость, да, сюда ввели. Это не просто провод и какие-то там опоры только, да, а это эстакада начальная, конечная, это промежуточные различные там другие соединения и струнный рельс. Вот это входит в 900-1 200 000. Считать надо, где, на какой местности и так далее. Опоры. Если это 1,5 километра, умножаем 1,5 километра, но на тот же самый средний, на 1 000 000. 1 500 000 уже у нас есть в бюджете, расходном бюджете. Опоры. От 1 до 15 метров. Они входят в эту стоимость, высоту, да? Вот станция, она стоит от 20 тысяч до 200 тысяч. В зависимости от того, здесь предполагалась станция здесь, здесь предполагалась станция здесь или на угловой опоре, или же здесь на переходе, где трасса уходит вот в этом месте. Вот здесь, она здесь где-то вот в этом углу. Трасса отсюда идет слева, уходит туда. Вот, и здесь переходная, потому что здесь прокладывается под железной дорогой трамвайная линия в аэропорт. И здесь была бы переходная станция, здесь угловая опора и конечная станция на первом варианте. Потому что в дальнейшем здесь будет выход в город вниз, в старый город, или вообще в город Таллин и в порт. И отсюда уходит большой технопарк и промышленную зону, которая отсюда на 12 километров находится. И, естественно, еще будет запараллелено в аэропорт. Пришел трамвай и пришла еще эта линия. Таким образом, вот это километры мы здесь можем. И станции здесь можно умножать, получить тогда долю 1,5 миллионам еще. Сколько станций здесь надо? Это еще, ну, условно говоря, 1 000 000. Инфраструктура – это станции, стрелки, сервисные участки. А сервисные участки здесь нужны будут, где будут обслуживаться. Ну, как минимум один сервисный участок предполагается, видимо, где-то здесь делать, да? Вот. Система безопасности, то есть это так называемый центр управления, откуда будет, ну или пульт управления всей этой системы. Вот. И здесь предполагается и возможность, подвижный состав, его стоимость предполагается где-то в пределах 100 тысяч долларов, имеется в виду вот этот красивый юнибайк, ну не совсем такой большой, чуть поменьше, 100 тысяч долларов. Его такая. Но тут опять-таки есть нюанс, от чего это все зависит, его стоимость. Это то, что
сколько их вообще будет использоваться в данном проекте. И если, скажем, этот проект совпадает, допустим, с двумя-тремя другими проектами, и малая серия потребуется выпустить малую серию юнибайков, ну, допустим, где-то начиная уже там больше десятка, 25-30 штук, то уже стоимость начинает падать к 50 тысячам. А если это уже более 100 или около 1000 штук, тогда может вообще быть от 10-15 тысяч один юнибайк. Понимаете, от чего зависит стоимость одного юнибайка. Поэтому считать надо от и до. И периодичность движения здесь рассматривать можно. Один юнибайк в минуту. Это значит, если один юнибайк, его объем загрузки 2-3 человека, то мы можем сказать, сколько можно в час перевести людей, сколько можно перевести, значит, в сутки, в какие режимы суточные можно эксплуатировать эту линию и какой в объем. И если мы говорим об каких-то, допустим, предположим, что здесь у нас где-то был бы большой стадион и сюда надо привести людей, то мы могли бы, что есть пиковые нагрузки, когда надо привести в час, допустим, там, я не знаю, в час нужно привести 100 тысяч человек. Вот мы и смотрим, сколько юнибайков надо, сколько надо в один юнибайк вместить. И если мы это решаем все юнибайками, сколько их надо сюда пускать. Понятно, да? Так, это что будет, дорога в аэропорт? Нет, это не дорога в аэропорт, это здесь будет просто вариант, это не дорога. Это так называемый вариант возможной развязки, прикидочный, ориентировочный. Ответ на ваш вопрос. И теперь давайте пойдем дальше и рассмотрим, значит, откуда здесь вообще могут быть деньги. И вот посмотрим такой вариант. Это в какой-то степени и ответ на те вопросы, которые уже были заданы, да? Когда человек спрашивал, что как там вот будет делиться, я сейчас вернусь обратно к той схеме. Здесь, да, предполагалось, что в Таллине как раз была подготовлена, и она как бы сейчас пока заморожена какое-то время, схема, что создается фирма, инициирующая адресный проект, фирма инвестора, естественно, известна, это владельцы этой территории, они готовы туда вкладываться, причем они даже готовы были на первых этапах адресного проекта вкладываться, но было корректно, что дополнительно проектировочная сумма, там стоимость проектировки была где-то порядка, значит, вернее, весь проект. И там первый вариант, о котором, когда вообще эта схема обсуждалась, была стоимость проекта, сейчас я скажу какая, это было где-то порядка 11 миллионов. Теперь был второй проект, который, или вернее, откуда вообще танцевать начинали. Было предложено, поскольку видели там трамвайную линию проводить, было предложено, давайте мы вам тоже здесь трамвай поставим. Посчитали, оказалось 23,5 миллиона где-то, порядка этого надо заплатить и время инвестировать, чтобы трамвайную линию проложить. Массу земли надо будет вовлечь под трамвайное полотно, так и так далее, и так далее. 23,5 миллиона. И по сравнению с 11 миллионами достаточно неплохо смотрится уже, наполовину. 11 миллионов это достаточно высокая цифра, поскольку здесь всего 1,5 километра, понятно почему, да? И много инфраструктуры надо строить на эти же 1,5 километра. Теперь постарались еще посмотреть, а есть ли это альтернативы. Нашли альтернативу. Это так называемая бегущая дорожка, эскалатор внутри, скажем, крытой структуры. Типа как коридор такой создать, тоже на высоте. Вот посчитали, получилось, что это где-то около 10 миллионов евро. Дешевле, чем скайвеевский вариант. Уже начали смотреть, да, ребята, вы не самые хорошие. Но потом, когда начали анализировать, что получилось? Что мы делали эту оценку на 1,5 километра, и теперь смотрите, где начинает сильно выигрывать даже по сравнению с такими вариантами Skyway. Но эксплуатационные расходы на первые 2,5 года выглядели следующим образом. Оно выводило Skyway технологию сразу вне конкуренции. Почему? Да потому что трамвайную линию нужно в 10 лет как минимум 2 раза заменить. А эскалаторную дорожку каждые 2 года надо обменять. Поэтому смело можно было оценить вклад КБ. Вот вклад КБ в этот проект уже через вот эту инициирующую фирму. Очень существенным, да? Теперь
Когда, значит, стали смотреть, а сколько вообще, ну, что будет этот проект адресный стоить? Мы инвесторы, и вы, кто строите, мы вместе это все сделали, а сколько он будет стоить? Простой человек скажет, ну, так он и стоит эти 11 миллионов, которые затратили. Предположим, и вы эти вложили там 10 миллионов, эти вложили миллион, и все, ребята, и все очень ясно. Отнюдь нет. Когда сделали сравнительный анализ, значит, как обычно делается, это как и в недвижимости или в любом объектном анализе, делается сравнение с аналогами. А самый лучший и наиболее реальный аналог – это трамвайная линия. Стоимость трамвайной линии 23 миллиона. И тогда в аналоговом расчете или по аналогиям в расчете сравнительном взяли это за основу. Посчитали, получилось, что фактически в будущем можно в баланс закладывать этот адресный проект со стоимостью рыночной в 23 миллиона. Что это значит? Вложили, предположим, миллион, вложили 10 миллионов, а получили объект 23 миллиона. Вы скажете, это воздух, да? Пока это воздух и баланс на бумаге написано. Но когда инвесторы сказали, что, дорогие друзья, здесь акции мы выпускать не будем, потому что это, мы хотим этот адресный проект или этот проект иметь себе, и, скажем, наш интерес здесь, скажем, людям дать просто, мы его продавать не будем, но мы даем людям возможность здесь вот по этой территории проезжать, пользоваться всем этим делом, то есть, чтобы они удобно могли бы арендовать здесь разные площади, помещения и так далее. Вот. И мы будем получать через арендную плату обратно эти деньги. И мы не хотим, чтобы здесь кто-то болтался у нас еще в ногах и получал потом наши какие-то условно или косвенно какие-то прибыли. Но тогда мы сказали, окей, какова стоимость? Вот она и есть стоимость вопроса, что 23 миллиона. Так, и теперь из этого, значит, инвестора был бы порядка, значит, вклад был бы порядка 11 миллионов евро. Это его вклад. А КБ оставалось 35. В нашем варианте оставалось 35%. То есть КБ было здесь 35%, они были на 65%. И тогда что получилось? Вот из этих 23 миллионов инвесторы говорили, давайте мы выкупим. И это получалось из 23 миллионов, получалось 35%, это 8,05 миллионов евро. При этом, что получалось? С одной стороны, КБ участвовала ЗАО «Струнные технологии», участвовала в процессе, получила отсюда текущие, покрыла свои текущие расходы в проектировании, предпроектных стадиях, во всех строительных стадиях и так далее, вело вместе с ними этот проект, получала заказы на юнибусы, юнибайки, получала на струнные различные структуры, путевые структуры и так далее. И кроме того, потом это все выкупить должны были, значит, инвесторы за 8,05 миллионов. Неплохой бизнес, дорогие друзья. Хотя, в принципе, ответ тем, кто спрашивали, а где я средства возьму сюда 4 тысячи внести? Что это значит? Что эта компания, вот эта компания, она получила, кроме всего прочего, текущая, получала какие-то доходы, но в целом, надо там пересчитать, но как чистым доходом получила 8 миллионов. 10% от 8 миллионов сколько? Это чистый доход этой компании, ее, она уже не имеет смысла после того, когда проект реализован и пошел. Тогда начинается, или она начинает, во-первых, осуществлять эксплуатацию, ведь эксплуатацию-то все равно надо делать. Надо обслуживать все эти системы, там есть такие узлы, которые будут делать только компания через эту линию. И тогда она остается так называемой сопровождающей эксплуатацию компании, но до этого, дорогие друзья, 8 миллионов мы поделили, условно говоря, если так вот просто к этому делу подойти, и в такой вот пропорции. Предположим, что это было такое соотношение. Понятно, да? Правильно. Стоимость владения или долю владения определит каждый конкретный вариант, каждый конкретный проект. Абсолютно правильно. И вот на этом примере очень хорошо видно, что и как происходит. Теперь, если есть вопросы, пишите, я буду их смотреть. У меня сегодня опять-таки нету ассистента, он все время работает в другом месте. Вот, я постараюсь следить за вашими записями. Ага, сохраняю для себя вашу презентацию, но сохраняются чистые листы. Почему?
У вас какой-то запрет? А, на эту нету пока, да. Сейчас я извиняюсь, я ее тоже внесу сюда вам. Вот она теперь здесь есть, она должна сохраниться. Доступ, разрешить участие своих ресурсов. Да, разрешаю доступ. Теперь у вас есть доступ во все эти вещи. Спасибо. Значит, на чем, если у вас есть вопросы, пишите здесь. Также потом я покажу вам свой чат. Не чат, а адресы, куда, где можно, значит, подключаться через Skype, задавать вопросы через почту. У нас небольшой чат. Мы, причем чат адресных проектов мы объединяем теперь и РСВ, и всех, кто есть. Значит, по адресным проектам в этом направлении работа ведется, сотрудничество и кооперации, как вы видите, да? Вот. И что я хочу вам сказать, дорогие друзья, еще вот в рамках вчерашней новости, ошеломляющей, что произошло сейчас в Москве и как это может влиять на нас с вами. Здесь есть положительных очень много моментов. Вы не представляете, значит, уже только прошла эта информация, вчера к вечеру звонили из Шауляя, а вы помните, кто-то из вас помнит, что под Шауляем должен был быть первый экотехнопарк. Не буду рассказывать всю эту историю, кому это интересно, могу в следующий раз рассказать, задайте вопрос, вот, или кто-то расскажет из участников, которые знают, оттуда, после того, когда Siemens получил разрешение на строительство Rail Baltic, то есть это линия из Таллина в Берлин и до Парижа, это скоростная, типа Сапсан линии железнодорожной, да, вот, начали вытеснять из-под Шауляя вот этот экотехнопарк. И в конечном итоге он оказался в Беларуси. Так вот, звонили из Шауляя и хотят участвовать, значит, приехать и посмотреть, что же там сейчас происходит. Причем очень высокие люди, они говорят, что мы поняли, что это дело не какое-то там левое, а дело стоящее. Так, а дорогие друзья, благодаря кому? Благодарю нам с вами. Ведь смотрите, в Москве это сдвинулось тоже только благодаря этому, что есть эко-технопарк. Как только Анатолий Эдуардович показал слайды и видеоролик, коротенький, на 1,5-2 минуты, что экотехнопарк реально делается, у всех сразу отпал целый ряд вопросов. И он сказал, да, пожалуйста, весной приезжайте, можете рукой потрогать. Вы сейчас можете рукой потрогать, но если вам это интересно. И решение было практически на 60% сразу же определено ход. Теперь в протоколе там есть целый ряд пунктов, которые очень благоприятно влияют. Они дают возможность, как вчера уже по всей вероятности было сказано, что мы входим, или же, скажем, этот проект входит в так называемые инновационные проекты, а это значит, он входит в финансируемый проект. Понимаете? И вот здесь для нас уже начинает такая гореть красная галочка, потому что нас недалек тот момент, о котором я вначале говорил, что картина может начинать меняться. Я не вас не пугаю, я просто говорю вам о возможных, как бы, будущих процессах. Хотя процесс сейчас идет дальше. Анатолий Эдуардович очень обрадовался. И было дано задание RSV Systems и Capital продумать, как проинвестировать, или, пардон, поблагодарить еще людей возможностью, значит, приобретения по очень хорошим условиям. Вот условия, дал $1, получил не 300 там, а больше долларов, или получил еще что-то. То есть людей стимулировать за лояльность. И сейчас вы в ближайшее время это узнаете, что и как вам будет предложено. Но вопрос в том, что это дало возможность сейчас очень серьезно разговаривать с различными чиновниками на различных уровнях. Это и Волгоград, это и Уфа, это и тот же Шауляй, это та же Рига, это тот же Таллин. Потому что я так сам думал, что почему я не взял и как бы еще не так сильно активно здесь пошел по чиновнику. Я понял, мой внутренний голос был абсолютно прав. Мне есть теперь с чем идти. У каждого из вас есть с чем идти. Но, пардон, я вас предупреждаю, не надо везде ходить, пока ваша компетенция не на уровне.
Я вас очень прошу, идите лишь только тогда, когда вы чувствуете, что вы способны ответить на ряд вопросов, или же идите с целью. Вы знаете, мы готовы вам дать интересную информацию, потому что если у вас есть желание, если у вас есть проблемы, мы вместе готовы их рассмотреть. Все, только инициировать. Не стараться что-то куда-то продать, не стараться куда-то кого-то убедить. Это самое последнее, что нам нужно. Мы даем информацию. И у вас есть возможность с нами вместе во всем разобраться. Обращайтесь к нам, к Сибирякову, к Суходоеву, ко мне, к тому же Бабурину. Мы найдем вам решение, как решить вашу задачу, чтобы максимально все, инициатор, организатор, была бы решена схема, такая схема, какая-то другая. Этих схем еще целая торба. Потому что как только мы рассматриваем, что фирма инвестора становится, ее нету просто, или мы ее сюда просто не допускаем, потому что представьте себе, что этой фирмы нету, а на этом месте стоит государство. Эта схема начинает иначе вообще выглядеть. Я этот вариант вообще сюда. То есть тогда возникает государственно-частное партнерство, ГЧП. Если кто-то слышал, то хорошо, не слышал, теперь вы услышали. То есть государственно-частное партнерство. Там целый ряд есть вариантов, когда государство входит там с различными цессионными условиями, по земле там, по пользованию, потом впоследствии этот проект передается государству, попользовались 10, там, 15, 20 лет, получили все свои обратно инвестиции, дальше государство, но гарантии-то, дорогие друзья, совсем другие, и тогда уже с этими условиями надо идти к инвесторам и сказать, хотите участвовать, давайте. Понятно, но будут появляться эти инвесторы, которые уже, они же очень четко понимают, когда надо быстро присуседиться к инициатору и организатору. Поэтому здесь целый ряд вопросов, о которых нам надо говорить, и на обучающей системе, в обучающем модуле, это все мы будем прорабатывать, дорогие друзья. Я вас просто сейчас как бы информирую и пробуждаю у вас интерес, у кого он появится. Если вы вспомните первую схему, о которой говорил, что компетенции должны быть, чтобы идти с этим проектом дальше и не оказаться у, скажем, в роли проигравшего или в роли жертвы, что, блин, всем рассказал, всех собрал, а меня там нету. Понятно, да? Вот, пусть Анатолий для нас оставит еще часть акции на какой... Не волнуйтесь, есть такой период для вас, резервы есть, так что, но не надо спать, не надо спать. Можно ли выбрать внутренние направления инвестирования? Дизайн, строительство, массовая продукция. Вы знаете, вопрос интересный, конечно, но это пока. Не могу вам точно ответить. В принципе, теоретически можно. Так, вопрос есть. Крупный инвестор, но он хочет выйти напрямую на компанию, минуя мою регистрацию. Нет. Компания не будет с ним разговаривать. Пока он не зарегистрировался и не купил какого-то проекта, Юницкий вообще не разговаривает. Понимаете, он первый вопрос задает, вы сами инвестировали? Нет. Он говорит, давайте будем говорить после этого. Как правило, понимаете? Да, конечно, с Ротхуком так не говорил. Ротхук приехал с другим вопросом. Он не приехал, что я хочу инвестировать. Нет, он приехал с другой позиции. Если это инвестор, то с инвестором только такой разговор. И я тоже всегда с инвестором говорю, если он хочет просто проекту присоединиться, я у него спрашиваю, окей, ты сам проинвестируешь? Нет, давай подумай, инвестируешь, приходи, снова будем говорить. Как бы мне не хотелось быть инициатором адресного проекта здесь. Или, ну да, инициатором, инициирующим этот проект. Так, что тут было у нас? Вопрос есть? Да, есть. Как здесь быть? Получает, останусь без вознаграждения. Ну да, пока к минимум с инвестором с этим возможным надо договариваться. Не он платит вам, скажем так. Если он действительно очень сильно хочет инвестировать, то и это большая сумма, это в любом случае там и вознаграждение очень немаленькое будет. Если он хочет, скажет, что давайте, тогда просто от инвестиции, когда, если он просто хочет вложиться и получить большой пакет, это один разговор. Если он хочет вложиться в какой-то пакет, или вернее, извиняюсь, в какой-то объект, это другой разговор. Тут надо уточнять, что вас интересует. Без вознаграждения, да, это надо какие-то соглашения делать и так далее.
какие акции мы сейчас приобретаем. Вы сейчас приобретаете при желании. Вы приобретаете акции Евразиан Rail Skyway Systems холдинга. Это акции, а акции этой компании. Ну да, может, конечно, да, но он может зарегистрироваться, приехал в компанию без... Да, тогда с такими людьми не общайтесь. Почему вы ему не нужны? Вы ему очень четко должны объяснить, что я не присуседиваюсь к вам, а я вам помогаю правильно выстроить процесс. Вот и все. Он и так может это без вас сделать в конечном итоге. Но ему его предупредили, ну хотя бы тогда возьми, подпишись. Так, Владимир, расскажите, пожалуйста, по обратному выкупу подробнее. Или еще рано и нет функционала, как это будет происходить? Да, нет функционала, друзья, обратный выкуп. Я могу просто здесь вам философствовать и предполагать, как это могло бы быть, друзья. Так, когда обучение начнется, хочется быстрее. Да, мне тоже хочется быстрее, но там есть целый ряд, надо разобраться. Потому что предполагается еще, кроме того, что кто будет участвовать, это будет платное обучение, кто будет участвовать, он еще будет получать и соответствующие вознаграждения за это в виде, в зависимости от его результатов, будет получать еще и вознаграждение параллельное. Потому что этот процесс, он как бы обоюдовыгоден. Когда начнется, точно узнаете. Я думаю, в марте оно начнется где-то. Продлить тот же дисконт, один же через 10 месяцев. Я думаю, что будет. Такое разрешение было дано. Будет ли это через 10 ровно месяцев? Или, может быть, вам будет дано предложение, что, дорогие друзья, заплатите до конца, допустим, ну, например, прошло 6 или 7 месяцев. Появится необходимость денег. И, как правило, например, Анатолий Эдуардович или Capital, или РСВ скажет вам, что, дорогие друзья, в данном случае мы говорим про Capital, будет сказано, что у вас есть возможность продлить там на 6 месяцев этот проект или там на 10 месяцев, если вы сейчас до конца выкупите. Я не исключаю, что останется возможность у вас и через 10 месяцев выкупить этот проект, и тогда просто будет сказано условие, насколько и до каких пор. Потому что те люди, которые вошли, мы к ним всегда, Capital, РСВ, я говорю мы, я в том числе, будем всегда лояльны, потому что так сказал Анатолий Эдуардович Юницкий. Он сказал, люди, которые меня поддержали, я всегда лицом стою к ним, как бы что ни сложилось. Они привилегированы. Дело в том, что привилегированными являются, дорогие друзья, вот эти акции. Эти акции, вот эти 15%, которыми владеет Евразиан Rail Skyway Systems Holding, которыми она выдает нам акции, это простые акции, а акции номинальной стоимостью 1 доллар, который мы приобретаем и будем приобретать. Да? Вот. Но мы знаем, что... процентов при это вот это вот эти акции, вот эти привилегированные, и от тех сумм, которые будут распределяться здесь, в первую очередь будут поступать в эту компанию. А у этой компании другой деятельности нету, как только управление акциями. Поэтому эта сумма поступает в распоряжение для разделения или передачи дивидендов акционерам, владеющими акциями. Поэтому мы косвенно являемся соучастниками распределения средств, которые поступают в эту компанию. Понятно, да? Так, Валентина, можно подписать договор с компанией РСВ, если инвестиция превышает... В каком смысле? Не понял, Валентина. Можно подписать договор с компанией РСВ, если инвестиция превышает 50... Да, можете и с Capital подписать этот договор. Если вы с Capital подпишете, я гарантирую вам хорошую возможность здесь, чтобы вы были заинтересованы, если это не вы сами инвестируете. Если вы сами, то система сама с вами уже рассчитается. Тогда как быть, если инвестор хочет купить крупный объект? Как мне себе? А какой он объект? Кто ему продает этот объект? Ему его никто не продает. Здесь не о продаже объекта идет, а речь идет инвестора о возможности инвестировать
в адресный проект. И вот тут ваша как раз задача сказать ему, что хочешь, я тебе создам адресный проект, куда ты, и поэтому ты без меня не обойдешься, дорогой друг. Давай садимся за стол, подпишем с тобой соглашение, ты возьмешь обязательства, я возьму обязательства, и будем их выполнять. Но мы там же в этом соглашении договоримся, сколько, что и как стоит, и когда что должно быть сделано. И это разговор уже абсолютно другой, и он уже вас не бортанет. И третьей стороной тогда будет там уже опять-таки КБ, дорогие друзья. И как бы он тогда не хотел бы, как бы инвестор не был, будем предполагать, что он достаточно такой юристый человек или юристая компания, да, тогда будет все осуществляться так, как договорено. Поэтому вдвоем вы ничего не договоритесь. Вы можете только предварительно договориться. Договоритесь вы только тогда, когда в компании будет у вас вот третья сторона, вот эта вот сторона. Без нее ни один адресный проект не будет осуществлен. А дальше уже, когда адресный проект определен, то в нем могут быть объекты. В этом плане вы правы. Там какие-то подобъекты, например, станция какая-то, там, я не знаю, там, или же, например, если мы говорим о юнибайках, то это может быть абсолютно даже какая-то, это же ведь туристический оздоровительный кластер. В этом кластере могут быть от торговых центров до продажи пиццы на этой же самой станции, понимаете? Это все входит в этот кластер. Там может быть массажный кабинет двигающийся, в юнибайке, и одновременно вы просвещаетесь и получаете массаж в этом же самом юнибайке. В хорошем смысле слова массаж. Вы можете там же оздоровительные процедуры, например, бальнеологического курорта воздухом дышать, где смеси озонирования и прочее воздуха осуществляется на уровне, как будто вы побывали в бальнеологическом курорте там, в Нарва-Йесу в Эстонии, там, или же где-то в Карловых Варах, например. В предгорьях там. Вот. Тогда как быть, если инвестор хочет купить крупный объект? Ну вот так и быть. Олег из Бишкека, обыкновенные акции приобретаем, а дивиденды как-то привилегированными. Ну, понимаете, привилегированные. Привилегированные — это путь поступления или откуда деньги, ЗИН. Они оттуда деньги. Поэтому гарантия есть, дорогие друзья, и поэтому здесь не надо ничего бояться. Так, дальше. Что у нас зарегистрировано? Я в СВИК, РСЭ. Чем они отличаются от Capital и надо ли регистрировать еще и в нем? Вы знаете, ну зарегистрированы. Я же говорил, это кто, Валентина, да? Что если вы в СВИК зарегистрированы, а что вы имеете? Тогда вас спрошу, задам вопрос. Вы имеете ОИП. А что это такое? Вот давайте подумайте над этим. Прочитайте свой сертификат, если вы оттуда не перевели еще, не перевели свои акции в реестр вот этой компании, в реестр, не в компанию, а в реестр этой компании, тогда эта компания говорит, да, если в реестре ваша акция, она говорит, да, тогда это ваши акции. До этого вы не акционер, забудьте об этом, Валентина, как бы я к вам с уважением не относился. А если вы в этом самом... Никто вас не гонит в Capital. Везде человек там, где он считает для себя выгоднее и правильнее. Я просто вам говорю, что Capital предлагает очень хорошие пакеты. Причем, если вы просто инвестор, это выгодно. А если вы еще и, скажем так, человек, который желает и работает в структуре, то там вообще у вас шикарные возможности. По сравнению и с РСВ, и со СВИГом. Вы здесь получаете... Как минимум на первой линии вы получаете 15% от проинвестированного под вами стоящего спонсорируемого человека. 15%. Если это 100 на 100 долларов он инвестировал, 15 долларов вам приходит на бонусный счет. И 15 долларов, а не 15 акций, 15 долларов вам приходит на акционерный счет, с которого вы можете на 15 долларов купить еще и акции. Понятно, да? Из любого пакета. Разница есть. Так что думайте, решайте сами. Я приобретаю акции давно, с чего я буду получать дивиденды? Вы будете получать дивиденды с тех акций, которые у вас будут.
Нет, но адресный проект – это будущее, а вы будете получать с тех акций, которые у вас есть. Будут адресные проекты, будут акции, будет что-то другое, будут другие деньги, которые будут поступать вот в эту компанию, и эти дивиденды будут из этого выплачиваться ежегодно. Так, Валентина, может, имела в виду объект экотехнопарка? Может быть. Так, что у нас тут есть? Купил акции в рассрочку. Правильно. В рассрочку, тогда вы еще не владеете ими пока. Вы в рассрочку. Покупив телевизор, вы тоже не являетесь его в рассрочку, не являетесь его владельцем до тех пор, пока вы его выкупили. Если вы прекратили платить за телевизор, к вам придут, его и заберут. Условно говоря, здесь к вам никто не придет, не заберет. Здесь вам то оставят, что вы заплатили. Так, а что можно перевести акции из Свига? Вы не переводите акции из Свига. У вас в Свиге их просто нету, дорогие друзья. Когда вы это наконец поймете, я-то это понял. У вас их там просто нету. Они есть обязательство вам дать акции. Понимаете? У вас есть обязательство. У вас там есть ОИП. И вы уже получили на него обучение. Акции вам подарок, если вы им воспользуетесь. Так что воспользуйтесь им. Есть давно, но потом я там не брала. Ну вот давно есть пакет, верифицируйтесь и осуществите перевод. И вы становитесь владельцем акций, которые в реестре акций вот этой компании. А до тех пор вы пока являетесь потенциальным ходатаем на возможные будущие акции. Тогда выгоднее сейчас заходить с адресным проектом. Сейчас заходить с адресным, чем через год. Да всегда с адресным проектом выгодно заходить, дорогие друзья. Какая разница, сейчас вы заходите или через год. Инициация адресного проекта, она всегда выгодная, потому что она запускает процесс, в котором вы, если правильно спозиционируетесь, вы будете участвовать. Это вот здесь будете находиться, где-то вот в этой компании или здесь. Или же вам скажут, что слушай, там, Иван Иванович, не путайся ты в ногах, давай подпишем с тобой соглашение, что стоимость этого вопроса такая-то. Подходит тебе? Подходит. Не подходит? Ну тогда спасибо тебе за идею. Мы ее реализуем. Или полная лабуда, Иван Иванович, этот проект не идет. Мы об этом говорили, как будет приниматься решение, стоит этот проект или не стоит. Потому что есть так называемый инвестиционный совет, куда проекты будут выноситься. Это не в какой-то узком кругу будет решаться. И этот инвестиционный проект будет решать, кто и как будет вот этот процесс для возникновения фирмы, управляющей адресным проектом, если это мы говорим об этих адресных проектах. Но как только вы нашли большого инвестора, как Сибиряков, и он говорит, что слушай, мне не нужно вот этих промежуточных никаких ерунды, вы тогда, как Сибиряков, едете с этим инвестором в ЗАО «Струнные технологии», и там все решаете, подписываете. Но не забудьте подписать соглашение. Так. Когда, как вы думаете, будет реален и необходим выход на IPO? Реальным, необходимым, ведь понимаете, выход на IPO это дорогой процесс, дорогие друзья. И что туда толкаться идти с этими акциями? На IPO выгодно выходить тогда, когда есть максимальное подтверждение, как бы подтверждение реальности этой технологии в данном нашем случае. Это значит, когда есть конкретное подтверждение, что... А это сертификация. Действует, работает? Отлично. И мы в какой-то момент, а пробным станет процесс, вот это мне видится так, и Бабурин тоже то же самое говорит, что для этого будет так называемая, опять-таки, тестовая система, это внутренняя биржа, электронная внутренняя биржа. Она является подготовительным процессом, и дальше мы уже смотрим, когда выходить на IPO. А IPO надо подготовить. Ведь IPO это значит надо полностью описать, подтвердить, скажем так, инвест-привлекательность. Ведь что такое IPO? IPO это мы привлекаем еще всех остальных. Дорогие друзья, давайте, начинайте покупать эти акции. Мы сидим спокойно, у нас в столе есть, у вас там 10 тысяч, у кого-то 10 миллионов, там у меня сколько-то, да. И мы сидим ждем, когда ценность этих акций будет наилучшей. Тогда имеет смысл выходить. А потренируемся мы в том, когда эта ценность будет наилучшей, на внутренней электронной бирже. И тогда посмотрим, когда надо, ведь выйти на IPO, это надо нанять
компанию, имеющую лицензию вывода акций на IPO. Должен быть проведен глубокий аудит компании той, чьи акции. В данном случае акции вот этой Eurasian Rail Skyway Systems. Почему там не надо никакой деятельностью заниматься, скорее всего, что тогда и аудит будет проще, понимаете, да? Вот, и так далее, и так далее. Там масса вопросов, дорогие друзья, возникает. В СВИК обязательства на акции. Там очень много возможностей на счете продать, на счет продать акции уже в конце года. На внутренний и не платить налоги. Да какие налоги от продаж, дорогие друзья? Значит, вопрос-то в том, что налог с продажи, вы давайте доживите до этого, когда вы начнете продавать акции. Ведь вопрос-то в том, что, скажем, даже неважно, где вы будете продавать эти акции, другое дело, вы все равно налог с получаемый налог, вернее, с прибыли надо будет платить. Иначе как вы будете пользоваться этими деньгами? Никак. Ну, окей, если вам очень важно это, значит, и там целый ряд систем есть, скажем, как можно правильно пользоваться теми дивидендами, которые получаются, которые люди получают со своих акций. Сейчас, одну минуточку, сейчас не могу отвечать. Вот, прошу прощения. Так, дальше, что еще вопросы есть? Кто будет или уже занимается сертификацией дорог? Ну вот и занимаются, Янна. Проездного состава и так далее. Вот Экотехнопарк начнет первые сертификации в конце марта, в начале апреля. Как вот сейчас предположительно. К тому моменту будут и уже Юнибус, и так называемое мотор-колесо, или вернее подвижный состав будет в порядке и так далее. Так вот, в том-то и дело, что при продаже обязательств в СВИК мы не будем платить налоги или просто их просто нет. Да, не платите, но у вас там нет нечего продавать пока, дорогие друзья. Понимаете? Вы что будете там продавать? Я вот так спрашиваю. У вас свой сертификат будете там продавать? Нет у вас акций пока. У тех, кто еще не перевел, не вошел в регистр Eurasian Rail Skyway Systems. Кто не вошел, у того нет акций, забудьте про это. А когда они будут, это другой вопрос. Поэтому в любом случае надо не вестись на то, что не переводите свои так называемые обязательства в реальные акции. Это не совсем корректно, и здесь не то место, где я вам должен об этом обучать. Здесь не рассуждаем и не обсуждаем СВИК, а говорим о капитал. Я вас просто слегка проинформировал, а вы сами принимайте решение. Меня не надо переубеждать, я вам, в частной беседе вам могу еще более реально и более четко показать, где собака зарылась. Так, дорогие друзья, есть еще вопросы? Так, мы будем продавать акции вновь поступающим партнерам. Будем продавать, конечно. Не вы будете продавать, а электронная биржа будет продавать, а вы будете изъявлять свое желание, если они у вас есть. Если они у вас в виде сертификата, то это только сертификат, и у вас пока есть только ОИП. Все. Наше время истекло. Мне было приятно с вами. Где делают юнибусы? В Белоруссии. Куда можно положить, куда надо положить акции? В тумбочку. Я извиняюсь за ерничество. Не акции положить надо, а нужно зарегистрировать в реестре компании, которая называется Eurasian Rail Skyway Systems Holding. И такая возможность во всех компаниях есть. Благодарю. Спасибо вам. А что обсуждают в Минске с Юницким по поводу перевода всех обязательств на прошлой неделе? Не знаю, это вы у них спросите, Рудакова Ольга. Я не знаю, что они там обсуждали. Что-то обсуждали. Там есть целый ряд у них вопросов. Это они знают. Вот. Все, спасибо еще раз. Удачи вам. И до скорых встреч. Следующее занятие, дорогие друзья, будет в четверг.
февраля, уже занесло деда, 25 февраля в 19 часов. Спасибо. Всех благ.